Здравствуйте. В этом видео хочу показать, как зарегистрироваться в WeChat и пройти верификацию по QR-коду. Вот мы скачали приложение WeChat, открываем его, нажимаем регистрация по номеру телефона, регистрация через Facebook, допустим, это не важно. Так, выбираем наш номер телефона. Давайте. United Kingdom. Пароль какой-нибудь придумываем. Вот, принять условия, регистрация по номеру телефона. Хорошо. Дальше ждем. Next. Теперь Security Verification Start нажимаем. Здесь такую вот ерунду надо пройти, хорошо. И вот то, к чему все доходят и дальше не знают, что делать, как это пройти. Ну, у вас должен быть какой-то друг, у которого есть WeChat. Но, естественно, таких друзей у вас, скорее всего, нету. Делаем просто, снимаем эту страницу, делаем скриншот. И теперь идем в Facebook. И находим здесь группу с названием, ну, их очень много на самом деле, WeChat Verification for Free. Потому что есть за деньги, есть там, где вам за доллар это верифицируют. Нам нужно найти, желательно бесплатно, конечно. Мы же не хотим платить. И здесь вам нужно будет сделать какое-то задание. Здесь люди просят там подписаться на их YouTube канал, поставить им какие-то лайки. Вы это делаете и пишите в комментариях. Вот видите, как все пишут здесь, отправляют свои эти QR-коды. Я уже тоже свой отправил. Ну, нужно немножко подождать, человек там проверит, что вы на его канал подписались, и вам верифицирует. Вот и все. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, поставьте лайк. И всего вам доброго. До свидания.